12-18 год, Харьков. И улица Героев Труда. Героев, как я и говорил, перманентного труда. Вечные ремонты, вечные постройки, перестройки. Ну, дорогу уже сделали знатно. Там и трамвайные пути перекладывал. Сделали наконец-то переход с этой стороны подземной. Даже не везде магазины открылись. Отсюда намного лучше. Вау, Харьков. То есть вот так будет и с той стороны. Ну, подождем. Подождем. Все идет к лучшему. И тут все строится.